It's a great honor, and obviously your leadership in such an important religious institution, your teachings and your guidance are something that makes Russia a much richer place. And we want, as a U.S. government, to be supportive of religious freedoms in any way that we can. Благодарю вас, господин президент. Я очень ценю эту возможность с вами встретиться и поговорить немного. Я бы хотел подчеркнуть необходимость для наших народов не только развивать политический диалог, не только развивать экономические отношения, что очень важно. И мы всячески поддерживаем все то, что сейчас произошло в Москве. Но для того, чтобы народы могли иметь добрые отношения, нужно, чтобы обязательно было затронуто сердце людей. Мы друг друга называем друзьями не потому, что мы ментально точно уверены, что перед нами очень хороший человек, а потому, что у нас есть опыт сердечного общения с этим человеком. И вот для того, чтобы не было антиамериканских настроений в России, для того, чтобы не было антироссийских настроений в России, помимо вот этого важного политического и экономического диалога, должны быть задействованы сердца людей. И у нас есть хороший потенциал для такой работы. Русская православная церковь была 200 лет тому назад принесла православие на американский континент. У нас много последователей американцев. И, конечно, есть замечательная история отношения православной церкви в России с американскими гостями. И даже в самые трудные времена Холодной войны мы пытались сохранить контакт. И это имело значение некоего моста, духовного моста, который соединял американский народ с русским народом. И очень важно то, что мы все-таки, несмотря на глобализацию, многие другие сдвиги в сознании, которые происходят, и американский народ, и русский народ сохраняют христианскую систему ценностей и важность религиозного фактора. Мы являемся наиболее религиозными нациями в мире. И я думаю, что нам нужно использовать этот потенциал. Поэтому очень важно, чтобы был диалог между христианами России и Соединенных Штатов. Чтобы мы могли поддерживать то доброе развитие, которое имеет место в отношениях между нашими странами на уровне политического диалога. И чтобы содействовать гуманитарным связям. Потому что два народа должны дружить. И я бы хотел адресовать вам симпатии нашего народа лично к вам. Мы болели за вас. И молились за вас. И связываем с вами большие надежды. And have great hopes for you. Well, thank you very much. As I said, it's a great honor to be with you. And I completely agree that governments can negotiate, we can shape policy, but in order for two countries to work effectively together, there has to be a softening of the heart, especially after years of suspicion. Yes. And I think that your leadership, the religious community's leadership, interfaith dialogue, finding opportunities for Christians and Jews and Muslims and others from the United States, other religious leaders to travel, to meet with you, to give you perspective on the issues they're dealing with. All that can be very helpful to creating an atmosphere of trust.
so I think it would be a great privilege for us to find ways that we can bring those groups together. I speak as a Christian to say that your wisdom and insight can be invaluable to me. And so my hope is that although we had only a very brief time here, that we can stay in touch through the ambassador. If there's anything that we can do to help you in your mission, please let us know. But also that that we should find some ways that we can create the kind of interfaith communications that you just discussed. У нас хорошие отношения с американским посольством. We have good relations with the. И я думаю, что мы будем использовать этот канал связи. Я хотел бы сердечно пожелать вам помощи Божией в вашем служении. Мудрости, мужества. И очень рад этой возможности установить личный контакт. Я хотел бы на память вам оставить небольшой подарок. Это вот такая икона Божьей Матери, которую мы можем поставить на стол. This is lovely. This is beautiful. This is very nice. Thank you so much. I will treasure this. You have a good sermon. Спасибо вам, господин президент. Thank you so much. Спасибо. Thank you very much. Thank you.